вот в эту плошку посеяла гороха. Густо-густо. Это магазинные семена. Даже не семена, а в Ашане взяла пакет на еду. Я его хочу сеять. И на микрозелень, и на стручки. Вот здесь вот у меня руккола опять сходит. Это капустина была, я ее просто оставила. Руккола сходит. Здесь руккола уже можно есть. А это вытаскивают вместе с зерном кошки. Это их пшеничка. Немножко земли там, воды. И она очень быстро проросла. И вот уже они ее едят. Но я бы не сказала, что они ее хорошо едят. Вытаскивают. И она у них это выбрасывает. Вот это я сейчас возьму. Курам кину. Так, а вот это я сегодня сеяла. А здесь я насеяла. Не смотрела на лунный календарь. Не знаю. Здесь петунии по семечку. Пальцем утопила их. Прикапывать нельзя. Здесь петунии. Это у меня ранее посаженный замоченный перец. Сделала, не пойми из чего, самокрутки, улитки. Там толстая пленка, подложила еще бумажное полотенечко, насыпала земли, посеяла эксибишн. Вот это будет в самокрутках. Вот две. Вот это и вот это. Это халцедон. Не стала делать самокрутки. Пакетики семян много. И я решила посеять молочные пакеты. Вот я опять туда этикеточку положила. Буду пробовать тоже рассады халцедон. А цветам приходится тесниться теперь. Надо еще снять будет герань, длинный горшок. Потому что вся рассада уйдет на подоконник, а герань сюда. Ну, пока пусть стоит. Вот эти стояли на подоконнике. Я их сняла. Придут яркие дни, солнце когда будет светить. У нас в январе вообще солнечных дней не было. Вот как придет солнце, ну когда-то же оно будет. И на южном окне будет, конечно, сильно их припекать. И вся рассада уже такая большенькая уйдет на восточное окно. Это юго-восточное окно у нас. Но больше восточные. И все цветуёчки уйдут тоже на стол. Шторы я не завешиваю, чтобы было им больше света. Подложки у меня нет делать улитки. Я отрезала вот от этого во всю длину вот такой ширины ленту. На ленту ложила вот такую салфетку еще, насыпала земли, приминала, скручивала, резинками укрепляла, ставила в баночку с водой, вот примерно такая, только круглая, немножко утрамбовывала и в улиточку опускала семена, прижимала их немножко пальцем,
поливала тоже сверху немножко, сверху присыпала небольшим слоем купленной земли, грунта. Ну вот будем смотреть, как чего, разными способами. Да сходила, кур открыла он немножко. Пусть подышат на градуснике. 1,6. Нормально. Лук никак не прорастает. Одна проросла. Дальше не хочет. Салат этот мы купили в ленте. Горшочки я его поливаю и тихонечко объедаю. О, петух там заигрывает с курами. Пусть немножечко подышат. А то не боятся белого снега. Особенно боятся, когда с крыши падает. Ой, купаться негде, купаться хочется. Негде купаться, потому что мы однажды песок золой поставили в курятник. Они там как начали купаться, зола летала, не продохнуть. И чтобы не оседала на электронике вот эта пыль, у нас же там и таймеры, и конвекторы, зачем это надо, мы убрали все. Вот они у нас не купанные, выходят. Немножко там песку муж насыпал. Вот они там, где клюют, где пытаются покупать. Ну, очень хотят купаться, очень любят купаться. А негде. Вот в снежке бы покупались? Нет, они боятся снега.